также начали 12 сентября 2022 года теплоснабжение жилых домов социально значимые объекты представляются бесперебойно, аварийных ситуаций не зафиксировано. В настоящий момент отопительный период продолжается до момента установления постоянных среднесуточных температур плюс 8 круглосуточных в течение 5 суток. Муниципальное образование Степновский сельский совет, паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023 год не получило. В ходе подтверждения проверки по оценке готовности муниципального образования к отопительному периоду Министерским управлением Федеральной службы по экологическому и технологическому атомному надзору были выявлены ряд нарушений правил оценки готовности к отопительному периоду. В течение отопительного периода 2022-2023 года АЗАВ Назаровская устраняла выявленные замечания. Министерство Назаровского района провело ряд рабочих совещаний совместно с Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и собственником ЗАО Назаровская для определения пути решения возможности выделения средств на проектирование дальнейшего строительства котельной в поселке Степной. В рамках реализации подготовительных работ ЗАО Назаровская заключила договор с ИП-пахотником для определения перечня работ по гидравлической настройке системы теплоснабжения в поселке Степной, расчеты необходимой мощности котельной при строительстве новой модульной котельной с определением места ее строительства необходимых процедур по присоединению к существующим тепловым системам. 15 мая 2023 года работы выполнены, составлена технико-экономическое обоснование для возможности строительства котельной. В предложенной схеме была рассмотрена возможность строительства новой модульной котельной для отопления объектов жилого сектора и социально значимых объектов поселка Степной. Теплоснабжение производственных объектов будет связано с существующей котельной, которая остается в собственности ЗАО Назаровской. Было предложено несколько схем, с Валерием Андреевичем мы проработали каждую из и, соответственно, определились именно на этой. Суммарная присоединенная нагрузка потребителей жилого сектора в поселке Степной составляет 4,5 гигакалории в час. Установленная мощность теплоисточника должна обеспечить покрытие обозначенной тепловой нагрузки с учетом возможных погрешностей расчетов, обусловленных расчетом температурных нагрузок отапливаемых объектов по укрепленным показателям. Предполагаемая мощность теплоисточника составляет 10-10,5 гигакалории в час, это порядка 12 мегаватт. Исходя из условий двух параллельно работающих водогрейных котлов с располагаемой мощностью по 3,5 гигакалории в час каждый и одного резервного котла такой же мощностью. Предварительная стоимость работ по проектированию строительства котельной реконструкции тепловой сети составляет порядка 250 миллионов рублей. Уже направлено письмо с обоснованием и предложениями включения объекта строительства модульной котельной в поселке Степное, перечень стройки объектов на 2024 год и плановые периоды 2025-2026 года.